Абсолютно сломаны. Если бы я не пытался одолеть судью, прошу, зря я не заплатил. За жетон. Зря не заплатил. Его не победить! Он так силен! Здравствуйте!
Скажи, если что-то понадобится. Λαμβάνει χώρα. Thank you.
Слышал, командир изучает боевые построения спартанцев. Кто сказал? Нужно знать все о своем противнике. Ну, это он так говорит. Я молю вас... Нет! Не сегодня! Солнце восходит. Здесь любят Минотавра. Мало кто знает, что Тесей был левшой. Ночью, если прислушаться, можно услышать отзвуки храпа Минотавра. Huh?
Минотавра окончен. Не забудьте наградить проводника, то есть меня. Наградите меня. Певка, нужно следить за кошелем. Ah!
злодеям не победить. Победить Минотавра! Который ненавидят все минотавры. Здравствуй! Приветствую в Певке! Народ туники, туники. Как один раз. Меня зовут Арсений. Если хочешь узнать. В этом нет нужды. Я убил минотавра. Думаешь? Ты убил? Минотавра? Был тяжелый бой. Много крови. Тяжелый бой с человеком в маске. Тебя одурачили. Но не бойся, теперь ты в Певке. У нас все честные, обманщиков совсем нет. Не буду отвлекаться. Я здесь ради славы. Многие приходят сюда за славой, но мало кто ее находит. Так рассказать тебе о Минотавре. Он любит... Молодец, парень. Расскажи мне. А кто? Это для меня... Посмотри на статуи. Минотавр – серьезный противник. Помни мой урок. Он ненавидит, когда его колют. Особенно острым оружием. Это его единственная слабость. Смотри, это статуя Минотавра. Сам Минотавр может быть меньше. А где остальное? На холме. Ее не смогли удержать, когда переставляли. Двое погибли. Их разрубило пополам рогами. Два рога, четыре половины. Даже статуи Минотавра опасны. Да, опаснее всего. Говорят, даже Тесея убила статуя Минотавра.
Я знаю истории о Минотавре. В них Тесей больше похож на героя. Что ж, спартанцы всегда лучше дрались, чем думали, да? Может, ты и в Медузу веришь? Продолжим наш поход. Здесь, в Певке, герой всегда прав. Сюда! Смотри, это не камень, а помет Минотавра! Ночью, он только что здесь можешь, проходил! Можно Странно, что мы его не видели! Еще один секрет, кроме меня его не знает никто! Минотавр не любит рано вставать! Честно, я разбираюсь в Минотаврах! Я уже 27... Воины из всех уголков Греции приезжают сюда, чтобы сразить Минотавра! Но... Если выпьешь эликсир из копыт Минотавра... Откуда у тебя эликсир? Сделал из копыт Минотавра, что непонятно? Ага. И от чего может вылечить? От всего, что беспокоит. Он вылечит сожаление о потерянном времени. Да! Дай угадаю. Папа всегда говорил мне... Не выходи из дома, без толченых копыт чудовищ! Пригодится может все, даже эликсир из копыт. Мудрое вложение, мой обеспеченный друг! Идем! Это не все, что тут есть! Я не говорю, что это я сломал статую Минотавра. Но не говорю, что это был не я. На этом тур окончен. Это все? Ты ничего не рассказал о Минотавре? Мои клиенты всегда довольны. Можешь заплатить моим приятелям за выход. И еще раз добро пожаловать в Певку. Не получишь ни одной монеты. Что? Ни одной? Я заберу все! Вперед! Осторожней с броней! Не мисти, а ходячий. Проходит. Ты заслужил скидку на туники Минотавра. О! Знаешь что? Это был славный тур. Тур дружбы. Я заплачу тебе за него. Вот, огромная плата за тур истинной дружбы. Приятно иметь с тобой дело. И еще. Я ищу человека по имени Мелит. Влиятельный мужчина, вечно ходит в маске. Не слышал о нем. Но в городе живет Лиандрос. Он знает тут всех. Он может тебе помочь. Лиандрос. Стоит с ним познакомиться. Эй! Да? Каково быть мистием? А, неплохо. Душен или суп. А, да ты могучий воин! Ты пришел за почетом? За всем, кроме последнего. Когда ты здесь? Но Минотавр мёртв. Минотавр уже мёртв. Прости, но ты ошибаешься. У
убей его, и а также заберешь... Ваш Минотавр умрет. Значит, у нас есть... Настало время и... Ты что, сказал предварительные испытания? Перед встречей с Минотавром мы не можем отправлять людей только со... Таковы правила. И что именно, Мин... Испытание силы, где против тебя выступит лучший боец Крита. Вода. Одно из испытаний заплыт? Что? Совести! Расскажи о Мит... Не человек и не зверь. Чудовище! Яркий образ. 100 раз. И скажу вот что. О каком призе певки ты говоришь? Это богатство на всю жизнь. Тем более... Вы забираете деньги у... Поверь, большая часть этих денег идет в специальный приют для детей, чьи родители... Ясно. Имя Мелит. Говорит тебе о чем-нибудь? Мелит? Да, я... Нет, не говорит. Нет. Я пройду их все. И заплыв? И заплыв. А за... Замечательно. Не забудь взять жетоны у судей, чтобы доказать мне свои успехи. Ах, еще один воин пришел спасти нас от длинных очередей и дорогих сувениров. А, это моя жена Кора. Редкая красавица и... всегда говорит то, что думает. Леандрос, прошу, слова отнюдь не самое важное. Не все воины живут ради славы. Семья всегда будет важнее. Согласна с тобой. Я так всегда и говорю мужу, этому трусливому слизняку. Эй! Это наша дочь. Ваша дочь? Амара. Она сбежала. Она... С ней все хорошо. Да и хватит об Амаре. Здесь рядом неубитый Минотавр. Тра! Бах! Жаркий бой, реки крови, подумай о славе, Прошу. Поверь, в певке все не то, чем кажется. Немедли, герой. Нужно собрать все 3 жезла. Силен! Так докажите это! Узрите его кровавые копыта! Узрите его испачканной внутренностями рога! Выйдите один на один! Минотавра! Не бойся! Покупка сувенирной продукции обязательно. Легендарным и беременным воинам. А также полу и четверть богам и иным олицам. Напуган, точенушен или слаб? Кто из вас силен? Докажите это! Узрите его кровавые копыта! Узрите его! Харя, тщедушный боец! Ты что, считаешь, что твое чахлое тельце выдержит испытание силы? Да? Мое чахлое тельце способно на многое. Ха-ха! Смело!
делать вид, что у тебя есть шанс выстоять против такого славного воина, как я. Мы можем сразиться за жетон, да, но не хочешь ли ты купить его и остаться неповерженным? Да? Нет. Сразимся. Ты точно не хочешь отдать мне свои драхмы? Сразимся. Что ж, начнем повержение. Зря не купил жетон, да? Чудная цена. Но я назначил новую. Твоя жизнь. Я буду ковыряться в зубах твоими костями. У победы совсем другой... Что? Что я чувствую? Что это? Вкус поражения. Поражение? Побеждать лучше, да? Возьми, жетон силы твой. Хорошего дня. И не бей меня больше, прошу. Нужно собрать все три жетона. Опасное место. Сколько можно? Где они? Куда они запроп... Похоже... Вот как? Ты растился на... Только пройдя знаменитый. Ну, так... Ты получишь жетон? Я... Обычно они при... Не бойся. Нужно найти... Это он. Вижу его. Бегите домой и слушайтесь отца. Или я пожалуюсь Минотавру. Нашел. Беги, отец ждет. И слушай его, если он зовет тебя. Хорошо, я понял. Мне все еще нужно найти остальных мальчиков. Папа наверняка убьет тебя. Конечно. Домой. Ну! Последний мальчик. Можно возвращаться к их отцу. Yeah!
тебя и на Ты был прав. Они испытания точного... Это будет моя... Так, жетоны у меня. Встречусь с ней Андросом в приюте воина. Давай. Это тот самый Мион, что упоминается в записке об Арене. Вот ваши проклятые жетоны. Никаких больше игр, никаких испытаний. Я пришел за Минотавром. Разумеется, Мисти. Давно пора. Но сперва... Не хочешь ли ты купить эти великолепные жетоны на память? Срок действия предложения... О, боги! Это отличный подарок. Это необычно. Но будет повод вспоминать певку. И теперь тебе осталось лишь сразиться с самим. Судя по предварительным испытаниям... Ну вот, славно. Я рад, что вы сразитесь с Минотавром. Ты найдешь чудовище в пещере храбрых на плато Дикти. Еще два воина прошли предварительные испытания. Они пойдут с тобой, когда будешь готов. Ты проделал такой путь. Нет, нет, нет. Я никак не могу пропустить... Ugh.
Должно быть, воины. Смотри, брат! Последний участник нашего отряда для охоты на Минотавра. Когда чудовище узрит нашу мощь, оно замычит от страха. Минотавры ведь мычат? Если никто не возражает, я нанесу роковой удар. Ну, или просто скажем, что нанес. Готов согласиться, но сыграл ключевую роль в убийстве Минотавра, отвлекая его на себя. Минотавр – существо из мифов, и лишь другой герой мифов сможет убить его. Ты имеешь в виду меня, да? Мифы о тебе, братец. Отец всеми силами старался замолчать. Ах, все закончится хорошо. Ну что, ты готов ехать? Убьем Минотавра. Леандрос говорит, что он живет в пещере храбрых на плато Дикти. Да начнется Минотурнир! Минотавр ест людей и обитает совсем рядом с жителями Кета. Почему он не сожрал их? Невозможно! Если Тесерий убил Минотавра, откуда он здесь? Нас ждет не слава, только смерть! Проверю, как там брат. Жизнь пекаря тоже бывает опасна. О, Певка, родина героев. Нужно быть осторожным.
Похоже, здесь живет чудовище. Я Минотавр. Бак. Что? Брось все ценное и беги, смертный. Оставь деньги, и я отпущу тебя. Иначе тебя ждет смерть от копыт. Му-му! Страшно. Малака. Буду резать вас, пока не объясните мне, что происходит! Пощади, пощади! Больно! Меня заставь! Прошлый Минотавр был молчаливее. Был? Мне не хотелось бы, чтобы я был. Будь осторожен. То есть... Хватит крови. Убери свои рога подальше и расскажи мне, что происходит. И можешь снять маску. Леандрос? Я говорил, что здесь все не то, чем кажется. С радостью возмещу любые убытки, Прошу, они похитили мою дочь. Люди в масках держат Амару где-то в ущельях плато Дикти. Люди в масках? В каких масках? Ну, в белых, как мрамор, с кровью из глазниц. Жуткий вид. Это культ. Вся певка у них в руках. Они заманивают героев со всего мира сказками о Минотавре, чтобы расправиться с ними под покровом тьмы. Это бесчестно. Амару убьют, если я не подчинюсь. Если перестану лгать, или скажу жене, или позову на помощь, она умрет. Расскажи об Амаре. Моя дочь. Ее смех ярче, чем сам солнечный свет. Она мое счастье. Счастье, которое они украли. Им нужно мое красноречие, чтобы заманивать богачей на испытания. Они знают. Ради Амары я пойду на все. Ты сказал, что культ... люди в масках держат Амару в ущельях плато Дикти. Там очень много ущелий. Но только в одном из них, моя дочь. Там стоит Закрас. Древние руины, служащие оплотом людям в масках. Каждую ночь я надеюсь увидеть ее там. Но все напрасно. Боюсь, что они держат ее в темнице под землей. И сколько человек ты обрек на смерть своими речами? Тысячи? Больше. Но что их жизни рядом с жизнью моей дочки? Она все, что у меня есть. Но теперь ты поможешь мне, ведь так ты спасешь ее, да? Она твоя дочь! Помоги ей! Меня там убьют! Думаешь, ей от этого будет лучше, а? Отец должен ее защищать! Ты трус! Все верно. Я трус. Никому не уйти от самого себя. Я могу с этим жить, но я не могу спасти Амару. Мне нужна твоя помощь. Ты спасешь Амару вместе со мной. Спасибо. Встретимся перед руинами Закраса на плато Дикти. Там моя дочь.
И там же должен быть я. Люди в масках действуют слаженно и без страха. Их оружие не меч, а наша жадность. На этом спектакле каждый купец, каждый Поживее! Сюда! Это я, Леандрос! Дружелюбный минотавр в куст... Ты здесь! Думал... Я с тобой, Леандрос. Что бы ни случилось, а вижу, ты все еще В этой маске я смотрел в лицо опаснейшим, правда? Я должен был лишь отвлекать их своим устрашающим ревом и жестами, чтобы на них незаметно напали сзади. Но она придает мне храбрости. Ты, похоже, единственный, кого Алкивиад не затащил бы в постель. Маска смотреть не мешает? Смейся, смейся. Малакас в Закросе увидят, как этот зверь бежит на них, и познают страх. Должно быть, ее держат в подземелье. Копыта и храбрость нам помогут. Но в крепости полно стражей. Как нам действовать? Пока никак. Судя по твоим словам, Закрос крепость. Нужна подготовка. Поспеши, кто знает, что люди в масках делают с моей Амарой. Не бойся, это не настоящий Минотавр. Всего лишь я, Леандрос.
За что? Отпустите! Я прошу! И упавшие! Я, наконец, свободна! Готов спасти мою дочь. Надо спешить. Я еле могу дышать из-за этой маски. Тихо. Я прокрадусь внутрь. Оставайся пока здесь. И я могу красться. У тебя рога. А. Где ваша честь, негодяй в масках? Минотавр зовет вас. Выходите. Покажите свою храбрость. Покиньте безопасность. Покиньте, выходите сюда ко мне. Ты?
Нашел. Встретимся позже. Спасибо, спасибо, спасибо. Эй, я тут. Смотрите сюда. Это Минотавр, и он сейчас так слится на вас. Выходите. Спас меня! Ну? Это что, Минотавр? Покажись. Отец? Ты Минотавр? Только не говори маме! Я ждала, ждала и... Ты ведь не собирался меня тут бросить? Ты просто думал, как меня спасти, да, папа? Конечно! Я бы тебя не бросил, просто... Надо было сперва кое-что найти. Те, кто похитили тебя, если ты слышала что-то, что поможет мне остановить их. Пока я притворялась спящей, их главарь говорил о встрече в Кидонии. Я записала все, о чем шептались люди в масках. Надеюсь, это тебе пригодится. Друг мой, мы возвращаемся к моей жене. Она ищет Амару в приюте воина. Идем с нами. Ведь наша семья вместе, благодаря тебе. Прошу. Амара! Амара, ты жива? Мама! Моя семья. Это все ты? Спасибо Лиандросу. Он ринулся в бой, хотя его и превосходили и в умении, и в одежде. Он храбро сражался. Твой муж совсем не трус. Значит, здесь все-таки есть герои? Никто никогда не получал приспевки. Деньги убитых Минотавром помещались в хранилище. Их становилось все больше. И вот, крохотная, но заслуженная их часть твоя. Спасибо за крохотную часть? Меньше налоги, меньше расходы, ну и вообще, на твой корабль будет доставлено все, Мисти. Ты заслужил. Ой, это тебе. Трус не заслуживает быть Минотавром. Держи. Лучшая похвала. В Певке оставаться опасно. Спасение Амары не останется незамеченным. Нас захотят наказать. Но мы живы, и благодаря тебе у нас есть будущее. Удачи.
Эти храбрые, храбрые души. Здесь покоятся лучшие войны. Их немного. Но это герои арены. Когда придет твое время... Я буду покоиться здесь, если найдется воин, способный меня убить. Я наслышан о твоих похождениях. Но правда ли? Смотря что ты слышишь. Очень много. Ты победитель битвы сотни рук. Скажи, это правда? Все правда. О многом ты и не знаешь. Рад слышать. Неважно, что говорят люди, я вижу все своими глазами. Я Мион. Алексиос. Если жаждешь славы, Алексиос, если... Интересно. Славно. Бери мою лодку и плыви к берегу Певки, к обломкам корабля, там долина. В ней будет вход на арену. Если он увидит в тебе то же, что и я,